Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Апрель откроет новый кармический цикл и подарит вам удачу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Начало второго весеннего месяца совпадает с Новым годом по ведическому календарю, открывая для вас дорогу в счастливое будущее. Апрель уже на пороге, а вместе с зеленеющей травой и первыми цветами он принесет вам предвкушение радостных событий, свежесть теплого солнечного дня и природу, окончательно сбросившую с себя сон, растянувшийся на долгую зиму. Число управителя апреля. Ведическая нумерология гласит, что месяц будет управляться светлым и теплым солнцем в нумерологическом цикле, олицетворяющем цифру 1. Это начало самого лучшего периода в вашей жизни, дарующего мощную жизненную энергию. Благодаря солнечному влиянию вы обретете благополучие, счастье и гармонию. Будьте готовы к возможным переменам. Судьба предоставляет шанс начать сначала, исправив совершенные ранее ошибки и сделать правильный выбор. Это время возрождения, когда вы открываете новую страницу жизни. В этот период вам под силу воплощение любых желаний и замыслов. Вселенная дает шанс реализовать давние планы или разработать и осуществить новые, подарив недостающую энергию. Начинайте действовать без тени сомнений, и успех станет вашим постоянным спутником. Впереди ждет долгий путь к цели, но именно в апреле вы закладываете основу для будущего изобилия. Не упустите эту возможность. Откройте сердце миру и позвольте доброте и оптимизму заполнить душу. Это поможет двигаться по верному пути, отбросив сомнения и колебания. Те, кто храбро смотрит вперед и не боится преодолевать возможные трудности, будут особенно удачливы в этот восхитительный весенний месяц. Более того, фортуна не оставит их в будущем. Оставьте страхи позади, и вскоре вы даже не вспомните о том, что они когда-то мешали вам жить. Энергия, которой щедро делится с вами Солнце в этот прекрасный период, помогает обрести внутреннюю гармонию и достичь высот в любом деле. В ведических писаниях указано, что наибольшую мощь она имеет в период с 4 до 7 утра. Поэтому, чтобы солнечная энергетика оказала наибольшее влияние на ваш организм, постарайтесь просыпаться не позднее 7 часов. Особенно это важно в дни, когда вам предстоят важные дела или события. Воспользуйтесь предоставленной возможностью наладить график своей активности. Научитесь вставать с рассветом, чтобы на протяжении дня ощущать счастье, подаренное первыми солнечными лучами. Попробуйте прожить в таком темпе несколько дней, и вскоре для вас станет очевидным, что это единственно правильный ритм. Он положительно влияет на состояние здоровья, повышает настроение и обеспечивает позитивные перемены в судьбе в первые же дни апреля. В этот период Вселенная ожидает от вас демонстрации таких качеств, как смелость, активность, настойчивость и оптимизм. Однако следует избегать излишних амбиций и не допускать появления гордыни. Будьте внимательны к своим действиям. Стремясь к цели, не позволяйте себе забыть про уважение к другим людям. Заботьтесь о духовном развитии и самосовершенствовании. В этом случае Солнце щедро поделится с вами своей мощью, а апрель будет насыщенным и деятельным. Новые интересные перспективы будут доступны каждому. Не упускайте шанс ими воспользоваться. Это не время лениться и ждать, пока желаемые события произойдут сами собой. Важно начать действовать, не допускать застоя в текущих делах и подготовиться к новизне. Главное, делайте это с умом, продумывая свои шаги и избегая спонтанных решений. Они могут оказаться ошибочными. В апреле по ведическому календарю завершается кармический цикл и запускается новый отчет, позволяя поставить точку в отживших свое событиях. Если вы будете действовать правильно, благополучие и счастье станут вашими постоянными спутниками до конца года. Солнце, олицетворяемое единицей, приносит сильное время, символизирующее начало всего, источник жизни. Оно является родоначальником нашей Солнечной системы и дарит тепло всем обитателям планеты. Сверкающая масса, обеспечивающая нас светом и жизненными силами, часто обозначается как колесница, в которой запряжены 7 лошадей лучей. Устойчивость сохраняется, несмотря на одно колесо, демонстрируя мощь этого космического объекта. Следуйте интуиции, советам планет, и вы обретете такую же стойкость и надежную почву под ногами. Привлечение успеха в апреле.
Чтобы привлечь удачу, избегайте конфликтных ситуаций, будьте доброжелательны в общении и заботьтесь об окружающих. Доверяйте высшим силам, помните, они на вашей стороне и всегда окажут необходимую поддержку. Мнение, что судьба обязана обеспечить вас всем без каких-либо действий с вашей стороны, ошибочно. Забудьте о пустой болтовне, критике и перестаньте осуждать других. Займитесь активной деятельностью, проявите инициативу, приложите усилия для достижения цели. Оставьте в прошлом неприятности, разорвите контакты с токсичными людьми, освободите место для новых связей и знакомств. Находите повод для радости в каждом новом дне. С благодарностью принимайте уроки, посланные Вселенной. Благодарите тех, кто находится рядом и всегда приходит на помощь. Проявите щедрость по отношению к другим людям. Освободитесь от негатива и желайте всем только добра и счастья. Следите за состоянием здоровья. Не перегружайте организм, позаботьтесь о здоровом питании. Подумайте над смыслом своего существования. Постарайтесь понять предназначение, с которым пришли в этот мир. Составьте планы на ближайшее будущее, определитесь с желаниями и приступайте к их реализации. Не упускайте ни малейшей возможности добиться цели. Оставьте в стороне тщеславие и не поддавайтесь амбициям, и эти черты лишь навредят. Замените их целеустремленностью и уважением к тем, кто находится рядом. Не пытайтесь достичь желаемого, переступая через коллег, соратников, это путь в никуда. Начинайте день с медитации, мантр или аффирмаций, особенно по воскресеньям. Воздавайте хвалу Солнцу, чтобы его положительная энергетика принесла вам жизнелюбие и удачу. Веды учат, что если человек после пробуждения не чувствует радости от наступления нового дня, он еще не проснулся. Перед тем, как приступать к привычным ежедневным делам, впустите в свое сердце солнечные лучи. Почувствуйте счастье от того, что жизнь продолжается. Только в этом случае ваши дневные заботы принесут удачу. Каждый раз, выходя на улицу, когда там светит солнце, говорите себе такие слова: «Бог смотрит на меня». Вы сразу же ощутите внутренний подъем, а все задумки обязательно будут успешными. Апрель, управляемый Солнцем, становится месяцем возможностей, дарит каждому человеку множество шансов. Это период, когда вам необходимо направить все силы на налаживание отношений с близкими, коллегами по работе, бизнес-партнерами. Месяц, управляемый мужской энергетикой, дарит вам силы, которые следует направить во благо. Вам предоставляется возможность проявить себя. В этот период ожидается успех в карьере, не упустите шанса показать себя с выгодной стороны. Кроме того, вы сможете наладить атмосферу семьи, укрепить брак или встретить свою вторую половинку. Как можно чаще думайте о благе окружающих, тогда подарки Вселенной будут сыпаться на вас, как из рога изобилия. Представительницам прекрасного пола особенно важно перестать обижаться на мужчин. Отпустите все плохое, что происходило раньше, чтобы очистить карму. Вы удивитесь, насколько гармоничнее станут отношения с избранником после того, как негатив покинет ваши мысли. Пожелайте счастья тому, на кого были рассержены. Как только это удастся сделать без сопротивления, вы ощутите, что за спиной словно выросли крылья, даже дышать стало легче. В апреле вы получите шанс оказаться в нужное время в нужном месте. Будьте внимательны и не упускайте этот подарок судьбы. Он откроет новую страницу, поможет избавиться от трудностей. На протяжении 30 дней вы получите возможность повлиять на свое будущее, а для этого принимайте события благоразумно, живите в мире с окружающими и избегайте конфликтов, приспособьтесь к изменениям, и они принесут много радостных моментов.